Туризм и гостеприимство – специальность, которая призвана дарить жителям и гостям столицы положительные эмоции, неповторимый опыт и незабываемые впечатления. Особенности – общение с людьми, путешествия, сезонность занятости, возможность выбора графика работы. Специальность относится к отрасли гостеприимства. Давай узнаем о ней больше. Специалист по гостеприимству выполняет полный цикл обслуживания гостя. Он включает в себя бронирование, заселение, сопровождение гостя во время его проживания в отеле и выписку. А специалист по туризму – это профессионал, специализирующийся в области туристической индустрии и обеспечивающий различные аспекты путешествий и отдыха. Профессия включает в себя различные функции, связанные с созданием туристического продукта, продвижением туристических услуг, а также удовлетворение потребностей и предпочтений туристов. Выбирая эту специальность, ты получаешь возможность погрузиться в современный мир гостеприимства, создавать неповторимую атмосферу высококлассного обслуживания. Именно ты будешь тем человеком, который создает историю уникальных впечатлений гостей. Обучаясь по данной специальности, ты получишь множество навыков. Вести операционные процедуры всех служб отеля, работать с разными каналами бронирования и анализировать их, использовать автоматизированные системы управления отелем, работать с жалобами и возражениями гостей, узнать, что такое клиентоориентированность и как ее применять. Научишься профессиональным коммуникациям с гостями и партнерами. Освоишь формирование туров по массовым направлениям на базе чартерных и регулярных рейсов. А еще изучишь формирование маршрутов экскурсий и программ экскурсионного обслуживания. Ты сможешь работать в департаментах по туристскому продукту, бронированию, контрактингу, специалистом по обслуживанию номерного фонда, администратором стойки приема и размещения, специалистом отдела продаж и маркетинга, специалистом по работе с гостями, туристическим агентом и тревел-консьержем. Твоя практика начнется уже на втором курсе. Ты сможешь попробовать себя в разных службах отеля и различных департаментах туроператорских компаний. Очень часто после прохождения практики студентам поступают предложения от работодателя о трудоустройстве. Несмотря на то, что практика начинается обычно на втором курсе, уже во время первого года обучения ты будешь сдавать квалификационный экзамен и получишь уже две профессии. Например, в нашем колледже это профессии официант и горничная, но в других колледжах могут быть и другие. Все зависит от оснащения базы для подготовки специалистов. Такой подход позволяет начать свою профессиональную деятельность линейным персоналом уже после окончания первого курса. Для того, чтобы стать успешным и востребованным специалистом, тебе нужно быть коммуникабельным, гибким, стрессоустойчивым, любить общаться с людьми и помогать им, знать отраслевые тренды, уметь работать в команде, а также владеть иностранными языками. Да, учиться и практиковаться придется много, но поверь, оно того стоит. Люди забудут то, что ты сказал, они забудут то, что ты сделал. Люди не забудут одного, что они почувствовали благодаря тебе. Освоить все тонкости профессии и дарить людям эмоции тебя обязательно научат в колледже.